Этот классный час для ребят из Лопатинской школы особенный. Сегодня они с трепетом мастерят новогодние открытки для солдат специальной военной операции. Участие в акции, организованной партией «Единая Россия», дети принимают не первый раз. До этого ученики школы уже собирали для военных помощь, а в преддверии главного зимнего праздника решили порадовать бойцов милыми подарками ручной работы. Они очень нежно, трепетно относятся сбору гуманитарной помощи. В этот раз мы решили написать новогодние поздравления, открытки солдатам, также собрали гуманитарную помощь. Ребята принесли конфеты, вещи личного характера, медикаменты, написали трогательные открытки, пожелания. Мы будем стараться еще как можно чаще принимать участие в таком мероприятии. Помогали ребятам сторонники партии «Единая Россия». Депутат Алена Кокоева отметила, что к задаче школьники подошли с большой ответственностью и проявили фантазию. Такие подарки обязательно должны согреть сердца солдат. Вы наши солдаты. Мы от всей души, от всего сердца поздравляем вас с Новым годом. Под бой курантов мы все, абсолютно все, загадаем, чтобы был мир во всем мире. И каждый человек, будь он солдат, будь он обычным человеком, встретил Новый год в кругу близких. Также дети записали для военнослужащих видеообращение, в котором пожелали бойцам счастливого Нового года. Помни родину свою, помни сын ты и солдат. На тебя всегда глядят наши зоркие глаза, наши добрые сердца. На все тебе ответ дороже нашей родины на свете нет. Вся собранная помощь отправится адресатам уже на этой неделе. Ее получат солдаты 42-й мотострелковой дивизии, шефство над которой взял Ленинский городской округ. Юлия Погосян, Ольга Садовская, Видное ТВ.